А у нас в России патриотический консенсус, который звучит так. До конца добивать нацистскую гадину. Вот я себе представляю людей там, кто теперь эту мразь будет пытаться брать. Я всегда сегодня обсуждаю. Предаю тебя, Вовка Еленский, анафеме. Никакой ты не еврей. И никакой ты не верующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Бесы и слуги твои, мелкие бесы. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой. Ты русскому православному воинству сейчас показал, что мы не только с нациками, мы с бесами воюем. Ваша сатанинская нацистская власть, безбожный враг Украины. Россия выведет все свои войска. То есть лет через 50? Да я не знаю. А я зачем знаю нам выводить войска? Я просто... Для нас нет задачи сохранения вашего государства. Сатана! Поэтому ваша власть сатанинская. На что я могу сказать? Войны в российской армии. Работайте, братья.